Всех приветствую, продолжая знакомиться с персонажами мифов Древней Японии. Урасима Таро, японской мифологии мифический герой, побывавший во дворце морского царя. Однажды Урасима спас черепаху, и она в знак благодарности пригласила его посетить владения правителя морей. Там Урасима встретила дочь морского царя, Отохимей, и показал ему чертоги, украшенные драгоценными камнями, и сад, на восточной стороне которого царила весна, на южное лето, на западная осень, а на северная зима. Увлеченный принцессой, юноша не замечал, как улетало время, но однажды, вспомнив родной дом и отца с матерью, он загрустил и решил вернуться на землю. На прощание Отохимей подарил ему отделанную яшмой шкатулку с наказом никогда не открывать ее. Когда Урасима вернулся к родному очагу, то ничего не мог вспомнить. Дома его встретили незнакомцы и сообщили несчастному, что некий Урасима жил здесь около 700 лет назад. В отчаянии юноша пришел на берег моря, где вспомнил о шкатулке, открыл крышку шкатулки и превратился в дряхлого старца и умер. После этого Урасима стал новым богом воды, но он не смог покинуть водное пространство. Эта легенда считается одним из ранних примеров истории о путешествии во время. Ну а так вкратце о персонаже мифов Древней Японии Урасима. В японской мифологии мифический герой, который побывал во дворце морского царя. Пока-пока, до свидания.